Для получения информации о новом BMW серии 1, просто оставайтесь с нами последующие 4 минуты. Десять лет назад BMW выпустили свою модель серии 1, и теперь дизайнеры и инженеры значительно улучшили и изменили ее вид и параметры. Давайте посмотрим на дизайн, двигатель и на все остальное, что вам нужно узнать. В первую очередь начнем с внешнего вида. И действительно вы увидите отчетливые изменения передней части. В сравнении с прежней версией, новая более современная и спортивная. Она выглядит более легкой и динамичной. Фары стали уже, а решетка шире. И как результат, вид стал более спортивный и сосредоточенный. Более того, новая версия оснащена светодиодными фарами уже в стандарте. Также обновлены и значительно увеличены воздухозаборники. А это почему машина выглядит так прекрасно ночью. Задняя часть также значительно изменилась. В первую очередь поражает новый дизайн задних фонарей. Имея типичную L-образную форму BMW, они в стандарте оснащены светодиодными лампами. Благодаря своим пропорциям задняя часть стала казаться шире и спортивнее. Также изменилась форма выхлопа и заднего бампера. Благодаря дизайнерским линиям и пропорциям автомобиль выглядит динамичным, компактным и чрезвычайно маневренным. Теперь давайте посмотрим на интерьер нового BMW первой серии. Конечно, это типичный BMW, где кабина ориентирована на водителя. Дизайн интерьера с дорогими опциями в спортивном стиле. Заднее сиденье может раскладываться 40-20-40, что позволяет перевозить даже самые крупные предметы. Абсолютно новый BMW первой серии поставляется с новым двигателем Twin Power Turbo. Они обещают оптимальную мощность с минимальным потреблением. Спектр их гораздо шире, чем раньше. Вначале BMW использовал трехцилиндровый дизельный и бензиновый двигатели для BMW первой серии. BMW 116 дизель была недостаточно динамичной и производила 89 грамм CO2. Теперь в диапазоне от 90 до 135 при 6 цилиндрах и достаточной мощности, как вы видите. Конечно, BMW первой серии оснащен новейшими приборами и как дополнение автоматической коробкой передач, которая в эко-режиме экономит до 20% топлива в зависимости от вашей манеры вождения. Автомобиль оснащен системой Connective Drive BMW для еще большего удовольствия от вождения. С одной стороны, это дополнительный пакет безопасности, который поддержит вас в сложных ситуациях. С другой стороны, Connective Drive — это развлекательный центр, куда вы можете закачать много приложений, подключить свой смартфон, чтобы добавить больше специфических приложений. Для большей индивидуальности BMW значительно изменил дизайн, в котором больше городских и современных линий, чем у исходной модели. Она стала более спортивной, а с добавлением пакета Sport показывает всю свою мощь. Это машина, которая владеет дорогой. Резкий и спортивный дизайн, непревзойденные возможности связи с дорогой и эффективным опытом вождения — это BMW серии 1.